Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Когда мы попали, вот наша делегация, у нас приехало 10 человек из подмосковной средней обычной школы, перенимать самый передовой опыт Татарстана в школу номер 146, где директор Диляра Салиховна. Мы, конечно, были впечатлены, что вся школа – это одна большая семья, где действительно заинтересованы в успехе школы и учителя, и дети, и родители, и педагогическим коллективом в лице администрации созданы вот такие разумные, грамотные условия для детей, что включается каждый участник образовательного процесса вот в этот такой бешеный ритм, интересный, захватывающий, яркий, и получается невероятный результат. И, конечно же, мы желаем только процветания, дальнейших проектов, новых идей, новых свершений всему педколлективу школы 146. Ну, а мы являемся, как мы себя называем, последователями педагогического коллектива школы 146. По примеру Диляры Салиховны, мы в этом году реализуем школьное арт-кафе в нашей школе, приглашаем его посмотреть. Также мы начали сотрудничать с Леруа Мерлен, то есть стали подхватывать передовой опыт уже, да, и внедрять на подмосковной земле. И сегодня тоже увидели интересные проекты, которые можно взять, попробовать и получить результат. Образовательный результат, самый главный, содержательный. Огромное-огромное спасибо за теплый прием и надеемся еще приехать сюда. Мы прилетели сюда небольшой группой, 3 человека, со мной еще 2 учителей. В общем-то, с Дилярой Салиховной познакомились мы впервые на конкурсе «Директор школы в городе Москва». Сразу человек этот произвел неизгладимое впечатление. Ее слова у нас в коллективе уже разошлись как афоризмы. Например, такой, как они говорят о том, что торопимся не спеша. То есть это вот коллектив не просто творческий, это коллектив, который ведет за собой не просто своих учеников, своих учителей. Это люди, которые заряжают энергией вообще регионы нашей огромной России. Это вот не пафосные высокие слова, это действительно так и есть. Потому что у Диляры Салиховны и у ее коллектива всегда очень много проектов. Это кладезь разных творческих идей. И вот можно задать вопрос и сразу моментально получить ответ. Мы 2 дня были на стажировке, уезжаем с таким багажом знаний, с таким позитивом. Вообще впервые в Татарстане, в Казани. Поразил город сам, поразили люди, насколько доброжелательные, приятные улыбки. И вот, вы знаете, вот едем в свою Донской край и, думаю, везем вот этот позитив, вот эту частичку тепла, потому что это уникальнейшие люди. И мы им огромное спасибо, что они предоставляют возможность нашим регионам учиться у них
идти вперед, а они могут вести за собой людей. И я считаю, что будущее Татарстана все-таки в надежных руках.